чемоданы, сестра? Да. Откройте, пожалуйста, хотя бы один из них. Какой прикажете? Вот этот. О, пожалуйста, одну минуту. Что там у вас? О, это подарки для бедных сироток. Не трудитесь. Можете идти, сестра. Благодарю. Носильщик, возьмите вещи. В этом-то христианском склепе, открытом в 3 веке при строительстве собора, находится сокровищница святого Януария, одна из самых богатых, какие только существуют в мире. Сокровища накапливались в ней в течение веков. Здесь хранятся многочисленные драгоценности, имеющие огромную историческую и художественную ценность. Точно определить денежную стоимость этих драгоценностей практически невозможно, но все же специалисты предполагают, что она достигает баснословной цифры. Баснословной цифры, баснословной цифры, баснословной цифры. 30 миллиардов лир, 30 миллиардов лир, 30 миллиардов лир, 30 миллиардов. Наиболее значительными из этих драгоценностей являются четки, подаренные Карлом III Бурбонским. На них 524 бриллианта. Учись щедрости, скупердяй. Ты мне подарил за 30 лет нашей жизни только эти жалкие сережки. Ожерелье из черного жемчуга от королевы Маргариты, бриллиантовая брошь, которая, как рассказывают, принадлежала Матильде из Каноссы, булавка, украшенная жемчугом и сапфирами от Клементины Арагонской, и сотни других драгоценностей, которые были дарованы нашему святому знатными и великодушными верующими со всех концов света за то милосердие, что он оказал им.
значит, за январь. Дома Дон Винченцо? Нет, Дон Винченцо больше тут не живет. Он временно переселился в отель под Жиреале. Какой номер? Тебе же известно, где это. Конечно. У меня там два племянника. Быстро, быстро. Благодарю. Чего надо? Тут двое американцев хотят поговорить с Доном Винченцо. Чуть позже. Они же приехали из Америки ради такого случая. Можно нарушить ваш распорядок дня? Дело не в распорядке дня. Просто Дон Винченцо сейчас спит. Ах, он спит, тогда другое дело. Но он спит. О. Ну хорошо, мы подождем. Сеньоры могут войти. Возможно, Дон Винченцо уже проснулся. Уходите, время вышло, свидание кончено. Расходите. Поговорить. Живо, живо. Поцелуй папу. Не надо договориться. Ты с ним так и до завтра не договоришься. Уходите. Можно с мужем поговорить? Мы целый год не виделись. А чем реже ты его будешь видеть, тем лучше. Ты молись, чтоб меня не помиловали, а то, если меня выпустят, я сделаю из тебя. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь, сеньор семь чудес света? Выявись, дурачок. Ты понял? Эй, какой очаровательный малыш. Сколько ему от роду, Карме? 9 месяцев, Дон Винченцо. 9 месяцев. А ты в тюрьме сидишь уже 3 года. Если бы ты был честным человеком, этот малыш был бы твоим сыном. Ты слышишь, что говорит Дон Винченцо? Эй, Дана, дай по пачке сигарет каждому из этих славных ребят. До свидания, Дон Винченцо. До свидания, до свидания. Винченцо, не узнаешь меня? По-моему, ты Джек. Да. Вот так встреча. Я думал, ты давно умер. Что ты, Винченцо? Нет, нет. Знаешь, как мы познакомились? Это случилось во время войны. Я служил тогда в танковых частях. Не успели мы высадиться в Неаполе, как он моментально захватил мой танк. Он доблестный солдат. Нет, великий вор. Он делает мне комплимент. С тех пор прошло 20 лет. Кто это, прекрасный сеньор? Может быть, у вас свадебное путешествие? Нет, нет, что ты. Для работы. А, я понял. Гаэтана, я бы хотел поговорить с друзьями наедине, с глазу на глаз. А потом я вернусь домой. Пойдите на улицу, прогуляйтесь. Как вам будет угодно. Присаживайтесь, сеньора. О, thank you. Извините за беспорядок. Я слушаю. Мне нужна твоя помощь. Верное дело. Нет, нет, я больше этим не занимаюсь. Нет. Я готов заплатить любую сумму, лишь бы тебя выпустили на поруки. Деньги у меня есть. Я здесь всем доволен, мне удобно. Я живу тут как у себя дома. Все меня любят, почитают, уважают. Нет. Винченцо, я сюда прибыл из Америки ради этого дела. Ведь мы же друзья, и я был уверен, что ты мне поможешь. Да, конечно, мы друзья. Прошло 20 лет. Молодые у нас ничего не стоят, Джек. Ничегошеньки не стоят. 1-2 найдется, кто еще на что-то способен. Да. Один человек у меня есть. Подожди. Гаэтано. Да? Мне нужно поговорить по телефону. Извините, Дон Винченцо, по телефону сейчас говорит начальник тюрьмы. Черт бы его взял, твоего начальника. Он всю жизнь проводит у телефона. Вот одну минутку, денег. Подойдите поближе. Что? Эти американцы богачи не могли. Понял, понял. Да. Джек, извини меня. Гаэтано подал мне одну мысль. Поскольку мне приходится заниматься в этом доме и административными делами, я тебе хочу сказать, что мы в этом году решили побелить стены. Окей. Так вот, не сможешь ли ты пожертвовать? Ну, ясно, ясно, ясно. $10 хватит. Нет, $100 устроит. Thank you very much. Гаэтано. Спасибо, сеньорина.
Как зовут этого молодого человека, о котором ты говорил? Армандуччо Чиросоли, или Дуду. Он живет недалеко от меня в переулке Тофа. Скажите, что прислал я. Он способный? О, великий специалист. Можешь себе представить. Он успел обчистить автобус иностранцами, пока они разглядывали в окна машин дым над Везувием. Над Везувием дыма нет. Перед этим он его разжег дровами. Извините. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас, попробуйте. Очень вкусная вещь. Купите, сеньор, купите. 500 лир. Что это? Это неаполитанский воздух. О, нет, нет, уходи. Неаполитанский воздух, неаполитанский воздух. Сеньорина, купите. Всего 500 лир. Извините, сеньорина, сеньора, сеньора, девушка, мисс. Простите меня, сеньорина. Прошу прощения за беспокойство. Вот моя визитная карточка. Может быть, я смогу быть вам полезен. Джованни Капуто Аматоре. Устраиваю приемы с 18 часов. Максимум доверия. Вы очень любезны. Мисс, только сначала необходимо позвонить. Да, конечно, спасибо. Официант? Слушаю. Кока-колы. Холодный, пожалуйста. Прошу. Извините, вы знаете, где живет Дуду? Дуду? Простите, кто такой Дуду, мне неизвестно. Дон Винченцо по кличке Феномен сказал, что его можно найти здесь. А, вас прислал Дон Винченцо? Да-да, может. Может, я пришла в неудачный час. Простите, сеньорина, вы уронили. Но на мое счастье нашелся благородный джентльмен. Прибыла американская картошка! Передайте Дуду от самого сорта! Прибыла американская картошка! Особого сорта! Американская картошка для Дуду! 200 лир за килограмм! Есть американская картошка! Особого сорта! Скажите, Дуду! Кто там еще? Какая-то американка хочет тебя видеть. А, красивая? Я не видел. Пусть зайдет, посмотрю. А. Тебя не хватало. Осторожнее. Дуду хочет посмотреть, хороша ли картошка. Подайте наверх 1 килограмм. Еще раз против шерсти? Нет, нет, довольно. Дуду, я завтра зайду попозже. Скончался Паскуале Аннунциато. Я должен побрить его. В таком случае эту бритву оставь у меня. Дуду, ты просто красавец. Сколько бутылок виски вы изготовили? 110. К воскресенью их должно быть 400. Ты нам дал только 20 бутылок, а мы из них сделали уже 100. Но ведь я дал слово, его придется сдержать. Неплохо. А вы виски сюда подлили? 20%. Могли бы налить 25, а то уж совсем обманываем людей. Час назад звонил барон. Что ему надо? Он сказал, что в субботу премьера в театре Сан-Карло. Хотел узнать, пойдешь ли ты. Какая опера? Деревенская честь. Будут знатные гости? Нет, обычная премьера. Тогда это меня совсем не интересует. Я хожу в оперу только зимой, когда женщины надевают на себя меха и драгоценности. А это, наверное, американка. Куда ее провести? Сюда, ко мне. Куда же еще? Сейчас открою. Проходите, пожалуйста. Он не кусается.
Осторожно, здесь ступенька. Вот, это и есть. How do you do? Меня зовут Мэгги. Very beautiful name. Вы знаете английский? Нет, это все. Кончетина! Сеньор Дуду, никаких сеньоров здесь, в Неаполе. Дуду без сеньора. Что будете пить? Виски, если можно. Шашила, у нас есть виски? Виски, да, конечно. Ах, виски? Нет. Я пью более легкие напитки. Тогда кока-кола. Отлично. Техас? Калифорния. О, я знал немало девушек из Калифорнии. Не могу никак догадаться. И кто вас направил ко мне? Дон Винченцо по кличке Феномен. Я хочу говорить с вами о деле. Давайте прежде выпьем. Пожалуйста, сигарету. Спасибо. Пожалуйста. Куда-то пропала моя зажигалка. Вы ее обронили, сеньорина. Благодарю вас. Убирайся отсюда и закрой за собой дверь. Значит, вы приехали загорать под лучами нашего солнца. Что вы скажете о нашем прекрасном Неаполе? Он вам нравится? Я совсем не затем приехала. Кончетина! Лимонада! Наша гостья хочет выпить. Можешь ты чем-нибудь ее угостить? Она сюда зашла для того, чтобы напиться. Подай бутылку кока-кола. У нас ее нет. У нас нет кока-колы. Не волнуйтесь. Пойдемте куда-нибудь, где можно спокойно посидеть и поговорить. С удовольствием. Сейчас я оденусь. А это моя мама. Позвольте представить, если говорить точнее, молочная мать. О, я рада, она очень красивая. Ты чем-нибудь ее угостил? В дом приводит шлюх, раньше этого не было. Ты слышишь? Он их коллекционирует, дошла очередь до американок. Кончетина, попрощайся с сеньориной. Я с ней попрощаюсь с радостью, когда она подохнет. Извините, это моя невеста. Мы любим друг друга 2 года. Очень грациозно. Приятной прогулки, Дуду! А, добрый день, Гаэтано. Здравствуй, Дуду. Добрый день, бочонок. Растешь не по дням, а по часам. О чем же вы хотели поговорить со мной? Речь пойдет об очень интересном деле. Если оно такое же интересное, как вы, тогда послушай. Так вот, я. Почисти. Спасибо тебе, Дуду, за то американское лекарство. Пожалуйста. Оно мне очень помогло, и моему старику тоже. Рафаэлу, как дела? Хорошо. Поправляйся скорее. У нас сегодня отличная погода, солнце. Спасибо, мне уже об этом говорили. Так что же это за дело? Лучше поговорите с моими друзьями. Угу. Недорого ли я для вас буду стоить? Это нас не пугает. Если так, то пожалуйста. О, извини, Дуду, я тебя не заметила. Ладно, ладно. Привет, Дуду. Добрый день. А где они, ваши друзья, компаньоны? Да вот тот, что ссорится, это Джек. Верни мне деньги. Верни мне деньги, мошенники. Я ему морду набью. Джек, это Дуду! Джек, что случилось? Он мошенник. А может быть, вы ошибаетесь? Нет, я не ошибаюсь. Этот мошенник ограбил меня. Он поставил на ту карту. Вполне возможно. Эта игра требует большого внимания. Вы ему много проиграли. А, на $200 он меня накрыл. Сыграйте еще на $200, попробуем отыграться. Согласны со мной? Согласен. Давай, Паскуале. Прошу, смотрите внимательно. Все очень просто. Запомните, где красная карта и деньги ваши. Вот она. Раз, два, три. Где ваша карта? Вот это подойдет сеньору? Нет, нет, вот она. Вы уверены? Откройте. Красная у меня. Плати, парень. Посчитайте деньги. Здесь все? О, не все, $20. Но ведь он же потерял с вами время, он возмещает убытки. Я должен жить, сэр. Он прав. Окей, окей. Так ты, Дуду, да? К вашим услугам. Послушай, Дуду, мы тут сняли одну виллу, ты приходи завтра туда, и мы обо всем договоримся. Чиню. Зачем запираться в доме, когда светит солнце? Встретимся на море. Кроме всего прочего, рыба не слышит. Я жду вас на Малу Марджелина в 10. Кстати, на яхте покатаемся. Яхта у тебя есть? Нет, но там их столько стоит. А, да, Дуду, это Фрэнк. Фрэнк, здравствуйте. Хеллоу. Ты что такой растерянный? У него язва.
А я почему-то подумал, что чехотка. До завтра, гудбай. До свидания. Чао, Дуду. Если вы сегодня вечером свободно, заходите. Вот это голос. Зачем выбросили? Это же одна из лучших неаполитанских песен. Дуду. Все рассчитано до мельчайших деталей. План, схема, все есть. Фрэнк сидел здесь 3 месяца и все подготовил. Дело за людьми. Но дилетанты не нужны. Сколько ты возьмешь за помощь? Я полагаю, вы и без меня справитесь, но могу содействовать ради дружбы с Доном Винченцо. Тебя устраивает 5 миллионов? Мне будет приятнее, если я получу 10. Ради дружбы с Доном Винченцо? Синьорина, что может быть в нашем мире дороже истинной дружбы? Окей. Хочешь получить аванс? Потом рассчитаемся. Ты ошашила, подумай. Он кто? Убийца? Нет, он у меня вроде секретаря. Смотрите, рыба. А-а-а. Маленькая. Понятно. Сетью ловил. Вопросы есть? Мне бы хотелось у тебя узнать, что именно ты затеял. Я не могу сказать об этом. Это тебя не касается. Почему? Не доверяешь? Ты умеешь хранить тайну, не проболтаешься? Нет, могила. А, вот и я тоже. Тогда на меня не очень-то рассчитывай. Ты получишь 2 машины, шофера, 1 парня на шухера, как просил. Остальное твое дело. Все. Можно вас пригласить на танец? Пожалуйста. Когда ты думаешь провернуть эту операцию? В четверг. Вот в четверг я не могу. Приглашен на свадьбу. Значит, по-твоему, я должен отложить налет из-за какой-то дурацкой свадьбы? Ведь это внучка Асунта выходит замуж, его матери. Меня не интересует, кто за кого выходит. Я сказал в четверг. Ладно, что-нибудь сообразим. Окей. Кто твои люди? Ну, прежде всего, барон. Барон исключительный малый. Вот он. Он же Борин, на черт он нам нужен. О, Дуду, какая честь. Барон, зайди ко мне, пожалуйста, завтра утром. Мы тут готовим одно важное дело. Пойдешь? Да, если провернем его до конца месяца. 30-го я уезжаю в Стокгольм на конгресс. Ага. Не хочется упускать такой случай. Я не был в Швеции. И хорошо заплатят. Его тут будут оперировать? Нет, он сам по себе уникум. У него сердце в правой стороне. Он зарабатывает на жизнь тем, что его показывают студентам. Теперь найдем Агонию и капитана. Шашила, позови его. Агония! Погоди, слезай, есть важное дело, спускайся. Я сейчас не могу. Меня прислал Дуду. Где он? Вон, видишь, стоит. Подожди меня. Извините, сеньора, у меня только случилось большое несчастье, мне нужно уйти. Ну что ж. А он справится с лошадьми? Еще бы не справится. Пьетро столько призов выиграл на рысаках. Давай, поезжай. Убедилась, да? Да. Убедилась, это подлый сводник. Это японские инструменты.
Фрэнк один из немногих людей в Америке, кто умеет ими пользоваться. Дуду, мама готовит баклажаны и послала меня спросить, как их сделать, с какой приправой. Баклажаны. Я поняла, так и скажу ей. Это Кончетина, моя невеста. А, очень рад. Продолжим обсуждение плана операции. Да. Садитесь. Дуду. Слушаю. Шашила стоит на карауле? Да, он стоит за дверью. Это точно. Окей. Ну, ладно. Существует два пути. Один из них подземный, второй идет поверху. Обе группы будут держать связь. Какой чувственный рот у нее. И кожа будет фарфоровая. Обе группы должны выйти на операцию с точностью до секунды. Понятно? Да-да. Так, капитан вместе с Агонией будут находиться в подчинении у Фрэнка. Добрый день. Добрый день, Сальваторе. Продолжай. Наш объект находится здесь, в районе, обведенном красным кружком. Ага, рядом с собором. А ты учил, что поблизости там комиссариат полиции? Ты не беспокойся, мы сами об этом побеспокоимся. Как же? Ну, не цветочки же им пошлем. В Америке мы выпутывались из более сложных ситуаций. Так кто в Америке? Сальваторе, они тебя взяли? Пока неизвестно. Кто это такой? Так, двоюродный брат кума сестры, дальний родственник. Не обращай внимания, продолжай. Ну, хорошо. Встречаемся, где условились, в час ночи ровно. В час ночи, понятно? Когда встречаемся? В 25 часов. Как я доберусь? На троллейбусе. Там, где живу, троллейбус не ходит. Один вопрос. Как одеваться? Что? Ничего. Барон, ты хочешь нацепить смокинг? Нет, я просто интересуюсь. Иногда костюм играет большую роль. Молчи. Ты говоришь, в час ночи? А куда ты уберешь народ с улицы? Но в час ночи народ спит в постелях. Это у вас. А в Италии, да еще в жару, некоторые чудаки спят прямо на улицах. А если ты хочешь, чтобы Неаполь опустел, то ты мне скажи, и я пустошу Неаполь. Как это? Барон, когда открывается фестиваль неаполитанских песен? 24-го я уже достал билет. Фестиваль неаполитанских песен? А мы при чем здесь? Перенеси налет на день позже, на 24-е. Когда уходит теплоход? 25-го. Нет, мы не можем. Провернем все в четверг. Ну, тебе виднее. Да. Итак, каждый из вас имеет точное задание. Предусмотрено абсолютно все. Все должно сработать как часовой механизм. Фрэнк несет ответственность за техническую сторону дела. Прошу всех сверить свои часы с часами Фрэнка. Честно говоря, у меня были часы швейцарские на цепочке, но их пришлось заложить. У меня сохранилась квитанция. Может, наша организация захочет их выкупить? Агонии, который час? Не знаю. Извините, что я вмешиваюсь. Я услышал, что вам нужны точные часы. Так я могу предложить. Большой выбор, любые марки с гарантией. На 17 камнях, антиударные, антимагнитные, в стальном корпусе. Уберите его. Нет, нет, не надо. Убирайтесь. Нет, убирайтесь. Дуду, вышвырни его отсюда. Кто они? Почему их пустили на совещание? Вон! Паскуале, сейчас не время. Вон! Где шляпа? Я ее выкинул. Идем. Что за манеры? Мы хотели помочь. Выброси их! Джек, я нужна тебе? Что я должна делать? Нет! Ничего мне не надо от тебя! Ну, пожалуйста. Идиоты! Вы должны знать, залог успеха – абсолютная тайна. Никакой болтовни. Вы обязаны держать язык за зубами. Ни вашей матери, ни невесте, ни отцу, ни брату, никому ни одного слова, ясно? Ты не волнуйся, Джек. Итак, на чем мы остановились? Да, в зоне, обведенной красным кружком, есть объект X, о котором вы узнаете в нужный момент. Ясно. Извините меня, я только что узнал, что вы готовите крупную операцию. А я, как видите, повредил руку, и мне придется платить за лечение. Так не могу ли я чем-нибудь вам помочь? Шашила! Где этот идиот Шашила? Кто тебя пустил сюда? Я убью его! Я убью его! Шашила! Где ты? Здесь! Ай! Кричи! Я убью тебя! Thank you.
Живо, живо! Вы забыли погасить свет. Кто поведет машину? Должен был барон, но он ушел вперед. Что же видит ты? А-а-а. Барон, иди назад. Я что-то ни черта не понял, кому на каком месте надо сидеть. Думаешь, они поняли твои инструкции? Надеюсь, что да. Внимание! Кто это? Мы в зоне Б. Не умеешь водить, не садись. Через 3 минуты будем в зоне F. Операция начнется через 11 минут. Окей, хорошо слышно. Перехожу на прием. Подвези меня, ты ведь едешь в сторону санитара. Нет, тебе со мной не по дороге. А куда ты едешь? Узнаешь завтра об этом из газет. Неаполитанцы любопытны. Пожалуйста, останови машину. В чем дело? Через минуту вернусь. Поезжай за ним. Он, не знаю. Но если сказал вернется, то обязательно вернется. Пошли за ним. Идем. Живей. Без рук, только без рук. Здесь. Спокойно, Туду. Никого не шевелиться. Все в порядке. Одну минуту, я буду свободен. Повторим. Жених шевельнулся. Ага. Внимание, снимаю. Не радуйте, до свидания. Какой приятный счастья. Сюрприз, Джей. Как хорошо, что ты пришел сюда, на это скромное семейное торжество. Спасибо тебе, Джей.
Вы на свободе? Да, как видите, меня выпустили. Молодые люди захотели, чтобы я присутствовал, так сказать, лично на этом торжественном событии. Я попросил Гаэтана проводить меня, вы его знаете. Он еще молодой человек, работа у него скучная, ему тоже немного развлечься. О, какой приятный молодой человек. Нет, я не прошу, могу, прошу, очень благодарен. А что я могу сделать? Ду-ду, мама, мы не можем, мы должны уходить. Только что пришел и собираешься. Дорогая, работа есть работа. Разрешите. Ну, не приезжайте. Разрешите вам представить наших гостей. Вот этот Джованино. Он бухгалтер, галантный. Добрый вечер. Очень приятно. Дон Дженаро Эспозито, его супруга, его теща. Добрый. Моя кузина, ее подруга, невестка, кузен и его сестры. Очень рад. Вот это наш семейный адвокат. Вы из какой части Америки? Соединенные Штаты. А мой брат из Италии. Да, это слышали? С остальными ты сам познакомишься. Ты видишь, сколько их здесь. И все они мои друзья. Выбирай себе место и садись. Сеньоры, это мой друг Джек. А вот и невеста, как приятно. Желаю вам хорошего сына. Каким он будет, мы узнаем через месяц. О. А это что такое? Где? О. А, это рога, а не вареные. Откусите. Очень вкусные. Эту бутылку я наполнила вином, когда впервые дала грудь Дуду. Интересно. Сеньор американец, хотите попробовать? Нет, нет, благодарю, не надо. Это он не любит. Чудесно, большое спасибо. Очень хорошо, тронут до слез вашим вниманием. Идиоты. Внимание, Дон Винченцо хочет произнести тост. Прошу тишины. С удовольствием. Просим, Дон Винченцо. Сейчас, сеньоры, когда молодые устраиваются с наслаждением на брачном ложе... Дон Винченцо, они уже устроились и успели насладиться. Дон Винченцо, выкладывайте тост. Джек, может быть, ты хочешь нам что-нибудь сказать? Нет. Твоя минута длится уже второй час. Нам пора. Идем, Мэгги. Фрэнк, идем. Это ничего, ничего, это пройдет. Он немного перебрал. Бедняга Фрэнк. Дело дрянь, Мэгги. Мы провалились, можно сказать. Фрэнка нет, а эти пятеро жалких кретинов водят нас за нос. Можно превратить этих кретинов в наших друзей. Почему бы не рассказать им все о нашем деле и не предложить долю Фрэнка? Что? Отдать 30% этим идиотам? Ты можешь только пообещать. Это ведь нетрудно. Примите соболезнования от нашей фирмы. А с ним все в порядке? 14 часов его поместят в самолет, и сегодня к концу дня он будет в Америке. Может, сеньоры хотят проститься с ним? Да-да. Он впервые в жизни будет путешествовать с настоящим паспортом. Какое несчастье. Откуда у него это кольцо? Фрэнк приобрел его в Лондоне 10 лет назад. Наш Фрэнк не хотел, чтобы его похороны были бедными. И вот он берет с собой в могилу 20 тысяч долларов. Прошло 10 лет, и теперь перстень. Стоит больше, не менее 30 тысяч. Я выражаю сочувствие вашему горю от себя лично и от всех жителей бедных кварталов. Венок доставили? Да. Не надо. Пошли. Хочешь сигар? А сигареты у тебя есть? Нет. Спасибо. Дуду, есть серьезный разговор.
дочери Фрэнки. Поистине колоссальная потеря. Все уже было подготовлено. Неужели мы должны отказаться от налета только потому, что Фрэнк скончался? Да. Он умер, и его нельзя воскресить. Да, несомненно. Он был исключительным техником, но ведь на свете существуют и другие, не менее талантливые. Конечно. Дуду, послушай, да. Если ты найдешь замену Фрэнку, да. Я отдам тебе его долю. Капитан! Он у нас в Неаполе почище Фрэнка. Окей, окей. Если все у нас получится, я дам тебе 30%. Угу. 30% от чего? От 30 миллиардов. Ты сказал 30 миллиардов? Да. Где ты возьмешь в Неаполе 30 миллиардов? Святой Януари. Сокровище Святого Януария. 30 миллиардов лир. Я ничего не слышал. Мне весьма жаль, Джек. Итак, какой ты даешь ответ? Нет, на это дело я не пойду. Хотя мы друзья. Извини, Нагин. Привет, Дуду. Здравствуй, Лючия. Трудолюбивая девочка. Днем вышивает у монашек, а вечерами подрабатывает здесь. Ага. Знаешь, Дуду, я тебя не понимаю. Такой профессионал, как ты, вдруг... Таким профессионалом я стал, потому что Святой Януарий покровительствовал мне всю жизнь. Я ведь сирота по существу. Моя мать австриячка, она была балериной, частная труппа Шварца. А моего отца я не имел удовольствия знать. Мать была красивая, хочешь, покажу? Да, пожалуйста. Вот она. Которая? Четвертая слева. А, это? А может быть, пятая? Пятая тоже красивая. Но они все красивые. Моему Виторию с любовью от Марты. С большой любовью. А, это твой отец Виторию? Нет, он был хореографом у них. Моя мать подкинула меня кормилицей и уехала со своим Виторию. Мне пришлось самому шагать по жизни. А жизнь штука довольно сложная. Я в 15 лет, чтобы заработать себе на кусок хлеба, ходил к дороге возле Везувия, где поезда замедляют ход, и кричал «помогите!» И срывал шляпу у болванов, которые высовывали, чтобы посмотреть, что случилось. В один прекрасный день я сорвал шляпу с Дона Винченцо, и с того дня моя жизнь круто изменилась. Я нашел себе отца и учителя. Сейчас меня все уважают. А ты думаешь, не приложил руку к этому Святой Януари? Стоял бы я без него на такой высоте. А еще выше ты не хочешь подняться? Куда это? Не знаю. Хотя бы в ночной ресторан. А с удовольствием. Этажом выше. Идем. Пошли. Где он? Он здесь. До свидания, Лючия. Чао, Дуду. Потеряли Джека. Чао. Привет, сержант. Вы не хотите выпить? Нет, Дуду, спасибо. Он арестовал меня первый раз в моей жизни. Эй, Джек! Идем, Джек! Убирайся к чертям, мне здесь нравится. Еще риски. Оставим его. Его, наверное, напоили моим виски. Да. Некоторые уверяют, что сила женщины в ее красоте. Неправда. Красота штука хорошая, но это не все. Америка находится под властью какой-нибудь тысячи старух, но у каждой из них мешок денег в банке. Вы, итальянцы, спите на левой или на правой стороне? Все равно, Мэгги, как тебе будет удобнее? Я тоже хочу стать богатой, но раньше, чем покроюсь морщинами. Угу. Ну и что ты станешь делать? Я уйду из парикмахерской, где мне платят жалкие гроши. И мужчины больше не станут называть меня малютка Мэгги, фамильярно похлопывая по заду. Смешно слушать, когда ты говоришь, что многого добился, что тебя все уважают. Ты потому задираешь свой нос, что ты выше всех на два пальца. И только. Но стоит тебе выйти за пределы квартала, и ты больше никто. Нет больше великого Дуду. Ты думаешь, что ты король Неаполя? Не слишком ли ты много о себе воображаешь, воришка шляп? У нас в Неаполе каждый хороший вор король. А может, я ошибаюсь. Вот если бы ты положил в банк 15 миллионов, ты бы стал королем. Люди забыли бы даже о том, что ты сидел в тюрьме. Вообрази, Дуду.
Если директор кабаре не вежлив с тобой, ты его выгоняешь. Если полицейский тебя не устраивает, ты его заменяешь. Ты живешь, как тебе хочется. Ты властелин. Ты появляешься, и люди тебе аплодируют. А все потому, что они уважают только деньги. Если удастся осуществить этот налет, мы станем хозяевами мира. Помоги мне, пожалуйста. С ума сойти, такая куча денег, 30 миллиардов лир. Что можно на них сделать? Ты подумай. И по-твоему, эта физиономия стоит 30 миллиардов? Да. Пойди ко мне туда, хватит говорить о деньгах, мой дорогой. Открой, пожалуйста, рот. Нет. Извини меня, Мэгги. Ты заставила меня задуматься. Знаешь, как говорят у нас в Неаполе? Если любишь, не думай больше ни о чем. Не шпионила, Дуду. Мама Асунта забыла, на какой номер ставить в лотерее, на 44 или на 48. Она меня послала к Марии Розе. Мама Асунта просила узнать, не может ли она ей подсказать. Она ей рассказывала сон, будто выиграла в эту лотерею. Я немного задержалась у нее и опоздала на последний троллейбус. Я пошла пешком до виллы, потом увидела твою машину и решила тебя подождать в ней. Поверь, я не шпионила за тобой, я не хотела тебя зарезать. Молчи, Кончитина, мне надо подумать. Ты не любишь меня больше. Если бы любил, дал бы пощечину. Я переселю бедняков из районов Санита, Полонета, Форчелла на Солнце, в район Вомера. На Солнце Дон Винченцо, которого они не видят в подвалах. Я для них построю хорошие, красивые дома со всеми удобствами. Жить там будут только порядочные люди. Кто не будет платить, выгоню. Одобряю, действуй. Ночные кабаре, дворцы, бассейны с видом на море. Если вы позволите, я поставлю в центре нового парка вашу статую в полный рост. Нет, нет, Романду, не стоит шиковать. Я не буду возражать, если ты поставишь бюст. Но для всего этого потребуется не менее 200-300 миллионов. Если не больше. А сколько у Святого Януаря в сокровищнице? Больше 30 миллиардов. Разрази меня, Господь. Значит, Святой Януарь миллиардер. И такие деньги бесцельно лежат в соборе, мертвый капитал. А в моих руках он оживет, Дон Винченцо. И когда по улице будет проходить Армандуччо Джерасоли, все будут снимать перед ним шляпы. Арманду. Что они будут снимать перед тобой? Теперь не носят шляп. Ко мне приедут из радио или телевидения за интервью, узнать мое мнение.
Если меня спросят, согласен ли я, чтобы издали закон о разводе, я отвечу, не согласен. А почему? Просто так. Одобряете мой план? Откровенно говоря, Арманду, твоя мысль о переселении бедняков на солнце мне нравится. Хорошее дело. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Жаль, что такие мысли родятся в голове у мошенника, а не у мэра города. Меня беспокоит одно обстоятельство. Останутся ли эти деньги в Неаполе? Как бы не уплыли они из твоих рук за океан, в Америку, а? Я все предусмотрел, Дон Винченцо. Ты вспомни, дорогой, что произнес свои первые слова, когда тебе стукнуло 4 года, и никто ни черта не понимал, о чем ты лепечешь. Но сейчас-то вы поняли? В общих чертах. Надо узнать, как к этому плану отнесется святой Януарий. Потому что если он обидится и обозлится, он перестанет совершать чудеса. А ты ведь знаешь, люди Неаполя не могут обойтись без чудес. Да. Значит, по-вашему, мне придется отказаться? Это вопрос довольно щекотливый. Скажи мне, пожалуйста. Да. Какие у тебя отношения с Януарием? То есть как? Не нанес ли ты ему какое-нибудь оскорбление? Не нагрубил? Не, что вы, я набожный человек. Это хорошо. Тогда я вот что скажу. Ты к нему пойдешь лично и скажешь, разреши мне поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной. Все расскажешь, и если он одобрит твой план и даст тебе понять, что он согласен, тогда и я дам тебе свое одобрение, ясно? Какой мерзостный день. Будем надеяться, что у него не испортится от этого настроения. Я послала открытку, и Тристеллер тоже, как ты хотела. Что получилось? Я ничего не выиграла, ничегошеньки. А мне так нужна стиральная машина. Уж в следующий раз ты замолви за меня, сладенько. Извините, сеньора, поскольку дело касается только нас и его, мы... Ничего, подождет, я еще не кончила и могу забыть. Вот еще что, святой Януарий, мой внук хочет иметь мотороллер. Он хочет жить шиком, чтобы ты ему помог выиграть по лотерее. Ты понял? Так что не подведи меня. И не вздумай снова затевать эти свои капризы. Все, я кончила. Святой Януарь, тебе известно, о чем я хочу говорить. Об этом было столько сказано за последние дни, что у тебя, наверное, в ушах звенит. Ты святой, и мысли ты должен угадывать. Не отрицаю, в прошлом я иногда совершал такое, что тебе не совсем угодно. Прошу прощения и обещаю больше тебя не обижать. Я сказал честно, что было, то было. И вот я пришел поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной. Ты знаешь, что все тебя любят в Неаполе, уважают, почитают. А ты за это творишь для нас чудеса. Но, по-моему, в других странах тебя еще очень мало знают. Нет, я не хочу сказать, что с тобой, мол, не считается, но есть святые, о которых больше знают, чем о тебе. Может быть, это несправедливо. А ведь их именами названы города. Например, Сан-Марино, Сан-Франциско, Сан-Тропес. Святой Януарь, при всем моем уважении к ним, мы обязаны их обставить. Но пойми, для этого нам необходимо совершить нечто грандиозное. Одобри то, что я задумал, святой Януарь, и ты станешь самым важным святым. Первый святой мира. Януарь, что ты на это скажешь? Он согласен. Я знаю, ты очень скромный, но я прошу от всего Неаполя, от всех тех, кто страдает и мучается, как мучился и страдал ты сам, иначе тебя не сделали бы святым. Отдай свои сокровища. Ведь они тебе не нужны, ты живешь неплохо, у тебя все есть. А мы на эти миллиарды развернем такое, что все страны лопнут от зависти. Построим мост между Неаполем и Капри, шикарный парк в центре города. Эйсебио. Что? Эйсебио. Я даже куплю тебе Эйсебио. Мы с ним выиграем Кубок чемпионов, и ты прославишься навеки. Хочешь, а? Но ты мне должен подать какой-нибудь знак. А то я не уверен, что ты меня понял. Дуду. Он не отвечает. Если ты не согласен, скажи мне нет. Можешь не стесняться. Но не промахнись, смотри. Солнце выглянуло. И дождь перестал. Слава Богу.
Святой январь, понял тебя. Ты не раскаешься. Эй, свечи, свечи. Януарь, да чего ж ты милый. Начинаем передачу фестиваля неаполитанской песни. Первая песня «Был такой день» авторы Мореско и Пагано. Поет Пеппино Ди Каприо. Sotto sole, come allora mi pare di vedere. Sotto sole, quando era ancora sta. Sotto sole, quando era ancora sta. Сержант, если хотите послушать, заходите. Прошу вас, не стесняйтесь. Благодарю вас, сеньора, на служба есть служба. Если вам не трудно, сделайте немного погромче. Пожалуйста. Добрый вечер, сержант. Подожди, что такое? Кто разрешил? Что в этом ящике? Где розетка? Где у вас тут розетка? Можешь ты мне ответить, что все это значит? Вот и все. Кто к нам его прислал? Ничего не знаю. Я сегодня их доставил уже штук 50. Вы не заказывали? Нет. Кончится тем, что я сам не увижу фестиваля. Вот вам антенна, сейчас включу звук. Действуйте, получите, расписаться. Еще и расписаться. Вот здесь. Расписаться? Может, его прислал комиссар Гуиди? Вас кто прислал? Не знаю. Если не хотите, я заберу его. Нет, нет, оставь его здесь. В случае чего заберешь его завтра. Мы обязаны выяснить прежде всего, кто его к нам прислал. Благодарю. Карандашик мой. Счастливо отдыхать. Надо его настроить, помогите. Живей. Сюда, капитан. Я вам говорю, а ну-ка вернитесь. Туда нельзя, дом в опасном состоянии. А мы здесь живем. А, извините. Ждите нас с машиной возле собора. А? Слушаю. Слушаю, говорите. Сегодня ночью возле собора будет подозрительное движение. Дон Фердинандо, приготовьте мне миндальное молоко. Связь действует отлично. Ты, если увидишь полицейских с оружием, да, бросай баранку и целуй ее, разыгрывайте влюбленных. Внимание, внимание. Агония. Я слушаю. Там, где вы находитесь, один туннель идет налево. Второй направо. Видите? Видим, видим. Осторожно, вода! Вот, сказал. Левый туннель перекрыт стальной дверью. Правильно. Возьмите лазер и режьте дверь. Кажется, полиция. Нет. Мне показалось. Капитан, лазер весьма чувствительный инструмент. Им надо пользоваться с большой осторожностью. Как здорово режет. Ничего особенного, вроде автогена. Стальную дверь прошли. Сообщите о следующей позиции. Прием.
Говорите, говорите. Я вас не слышу. А, я его выключил. Подай машину немного назад. Мы потеряли связь, эти болваны почему-то не отвечают. Остановись, все в порядке. Второе препятствие, замурованный туннель. Вот он. Действуйте ультразвуковым буром. Дай эту вертушку, как она там называется? Ультразвуковая. Что-то я не верю в эту штуку. Ах, сучьи дети, эти американцы способные ребята. Давай заряд. Целуйтесь быстрее, полиция. Это меня не устраивает. Почему здесь ошивается полиция? Дуду. О, Дуду! Что? Иди взгляни, что там происходит. Только быстрее, пожалуйста. А сейчас. Все пропало, там стоит полицейская машина. Они услышат взрыв, они стоят над объектом, где Агония и капитан. Да, капитан Агония, слышите, погасите Бигфорда в шнур. Поздно, он уже горит за стеной. Светит, от стены отступайте шагов на 25. На 25 отходите назад, немедленно. Отошли, а теперь... Налево идите. Смотрите, там лестница. Там лестница. Вылезайте из туннеля наверх. Капитан, вы подниметесь по этой, как по-итальянски, вроде маленькой круглой могилы. Вроде могилы. Боже мой, канализационный люк. Правильно. Главное вовремя подсказать. Капитан, по канализационному люку подниметесь, ясно вам, надеюсь. Все в порядке. Они вылезут и попадут в лапы полицейских. Зачем это? Те их сейчас же уведут и не услышат взрыва. Тебе помочь? Нет, спасибо. А, капитан Василий! Идем. Ну как они там поют? И ты нам сейчас споешь что-нибудь. Капитан, это очередное недоразумение. Болваны, они захватили и чемодан. Как мы будем действовать без инструментов? И что же это недоразумение, капитан? Ладно, ладно, сейчас выясним. Выезжай быстрей. Может, удастся послушать второе отделение фестиваля. Закрой дверь, Паоло, сквозит. Дуду! А, где ты опять пропал? Надо было пристроить машину. Снова непредвиденная задержка. Что же нам теперь делать? Где твой Дуду? Что делать, что делать? Я не электрик. Дуду! Эй, Дуду! Где он? Ну, проклятие! Осторожнее, тут можно ногу сломать. Надо было как следует смотреть поздно. Я смотрел, тут ни черта не видно. У нас теперь нет инструментов. Что же нам теперь делать? Как идти дальше? Высокое напряжение. Не меньше 10 тысяч вольт. Смотри. О! Это страшнее, чем электрический стук. На нем мы и кончим, если нам и дальше так будет вести. Можешь ты быть поосторожнее? У меня есть одна система. Можно попробовать. Какая система? Поставить жули, как на счетчик. Я применял ее во время войны. Благодаря этой системе почти никто в Неаполе не платил за электричество. Это, пожалуй, подойдет. Надо бы еще что-нибудь... Простите, она черепаховая? Да. Значит, не проводит ток. Надо попробовать. А вдруг ударит? Что с тобой случилось? Ты что, боишься? Иди. Без рук, пожалуйста.
быстрее пролезайте, жулик долго не протянет. Я ни черта не вижу. Куда? Да куда? Сюда, вниз, под провода. Ложись, Матвей, живей, живей. Извините, темно, соблюдать приличие в такой момент трудно. Эй, Мэгги, возьми мешок. Лезь. Я потом. Бери фонарь, быстрее, Джек, возьми фонарь. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, теперь я. Держи провода. Держу. Я пошел. Святая Мадонна. Быстрее, Дуду, быстрее. Дуду. Ну? Я тебя вытащу, не бойся. Потише, только потише. Да. Нет, не тащи. Дуду, убери нос. Так, хорошо. Ой, ты в рубашке родился. Идемте. Фу. Хороший был галстук. Как идет фестиваль? Много их там осталось? Сейчас узнаем. Чего они там делают, что их нет до сих пор? Кто это? Мария Парис. Ага. Глория Кристиан, Марио Абатте, Серджо Бруни, и на этом все кончится. Ну, как мы пройдем через эту стену? А мы ее попробуем подорвать. Ага. У тебя заряд? Да. Так. Хорошо, что эти идиоты кое-что забыли здесь. Нет, это мышка, синьорина. Извините, я думал, просто нервы не в порядке. Ага. Подожжем. Подожги лучше ты, Дуду. На. Да-да, пожалуйста. Убегай быстрее, шнур короткий. Нет, ее не пройдешь. У меня есть еще один. А? Нет, большой риск. Этот заряд колоссальной мощи. А шнур очень короткий. Если заложить патрон глубже, тогда шнура не хватит. Ничего не выйдет. Но, по-моему, этой стены тут не должно быть. М? Дай мне, пожалуйста, карту. Дай ему карту. Ах, карта. Такая маленькая. У меня ее нет. Я, наверное, ее уронила в этой суматохе. Уронила. Уронила, надо было как следует смотреть. Как же нам действовать теперь дальше без карты? Как будто ты никогда не ошибаешься. Интересно, что бы ты делал, если бы не было здесь Дуду? Ну, не преувеличивайте моих возможностей. Тебе ничего нельзя доверить в этом деле. Ничего. Если бы я им руководила, мы были бы уже у цели. Да-да, сидели бы за решеткой с браслетами на руках. Ну, тебя к этому не привыкать. Не будь тебя, я бы сейчас уже был в Америке с этими миллиардами в кармане. Черта с два, ты так много терял в своей жизни. Да-да, мне тебя надо было потерять давным-давно. Оставить в той сточной канаве, где я тебя нашел. А где я тебя нашла? Ты был в такой помойной яме, что им вспомнить страшно. Я завоевал себе положение, а ты осталась такой же. Что я тебя никогда не просила об этом. Лучше вспомни, как ты стоял передо мной на колени. В отце твоих сестрах и братьев. Я ее поймал. Тебе была нужна. Поймал, Джек. Потому ты и запомнился о ней. Что ты там поймал? Что? Мышку. Я привяжу к ней заряд. Как ее жаль, бедную. Если она нам подорвет стену, ты поставишь ей памятник. Сейчас запихну ее в норку. Надеюсь, что она побежит под стену. Закройте эту проклятую дверь! Браво, крысолов! Ты умница, Дуду! О, это поет Марио Абатте. Надо торопиться. Мэгги, Дуду. Наконец-то мы у цели. Карта точна. Вот эти катакомбы возле склепа. Фрэнк точно нарисовал. Только я не вижу прохода, который должен быть здесь. Чего тебя там рассмешило? Мы и назад не сумеем выйти, и вперед нам пути нет.
Джек, Мэгги, Дуду. Не вижу в этом ничего смешного. Замолчи! Джек лишен чувства юмора. Ты брось эти глупые шутки и вообще раздевай свои руки, я тебя об этом попросил. Ты до тех пор обязан молчать. Да помирите же, господа! Они совсем молчат! Замолчите! Тем более, что отсюда мы не выйдем. Это же катакомбы, стены здесь покрепче, чем теперь делают. Их и динамит не возьмет. Вот, пожалуйста. Войдите! Толкайте сильнее, эта дверь не заперта. Я вас давно здесь поджидаю. Как ты сумел сюда попасть? Так. Увидел, как отсюда ушел сторож, дверь он не закрыл. Ну, я сюда и вошел. Шаши, можешь мне плюнуть в рожу. Идем, идем, не будем терять времени. Разобьем стекло и заберем сокровище. Оно не разбивается, смотрите. Как я не пробовал, ничего не получается. Почему же оно не разбивается? Отойдите. Я же вам говорил. Нет, нет, этого не может быть. Я хочу и хочу, хочу. Успокойся, довольно. Подержи фонарь. Одну минуту. Так. У таких стекол есть критическая точка. Стоит нам ее найти, стекло разобьется даже от удара маленькой булавки. Кто-нибудь там сторожит? Да-да, барон. А зачем же мы его взяли? Давай, стучи. Это Сержо Бруни, последний участник. У нас осталось 3 минуты. Надо выйти отсюда, пока на улицах пусто. Это бесполезно. Его не разобьешь. Может быть, я попытаюсь? Если мне не удалось, какого дьявола ты... Попробуем еще разок. Все равно нам терять уже нечего. Разреши мне, может быть, мне удастся. Эту проклятую точку можно искать целые сутки. Мы такая красота! Мы богаты, вы понимаете, мы теперь на вас держим! Давай его сюда! Осторожно, осторожно, не поломайте! Эй, отдай зажигалку, это моя! Положи! Вот. Все, идем же! Живо, живо! Черт! Туду, пошли! Все обчистили! Пошли, Туду! Идем, идем! Стоимость сокровищ Святого Януаря достигает баснословной цифры в 30 миллиардов лир. 30 миллиардов лир. 30 миллиардов лир. 30 миллиардов лир. Ты не беспокойся. Сокровища останутся в Неаполе. По-моему, я закрывал дверь.
5000 лир взял этот мошенник за ремонт замка. Так кто-нибудь возьмет, да и стащит сокровище. Ну, возьмем на беду. Барон, уйди с дороги! Что такое? Ты подготовил столкновение. Они ждут у перекрестка Фурия с грузовиком. Слушали радио и разрядили аккумулятор. Шаши, иди сюда! Они все поняли? Как только машины столкнутся, они утащат сокровища. Толкай. Нас надули! Победил Серджо Бруни! Похоже, что нам обоим пришла эта мысль. Но ты меня опередила, Мэгги. А ты говорил, я ни на что не способна. Никогда не была сильна в арифметике, не умела делить на три. А на два мне обычно удавалось. Вы. Надеюсь, они поедут этой дорогой на перекресток Фория. Не сомневаюсь, другой дороги нет. Не поедут же они по лестнице. Погоня. Быстрей. А, черт, я ничего не вижу. Шаши, убери ее. Убери. Что случилось? Шаши. Сейчас должен быть перекресток. Они их не упустят. Нет, как только столкнутся машины, они тут же на них набросятся. Нет, нет! Он просигналит, в какой машине Дуду. Ну, конечно. Приготовься. Эту пропусти. Давай. Приходим за полночь. Шаши, отцепи кровать. Ага. Я не могу найти мешок, куда вы его положили. Кретин, надо было остановить первую машину. Куда тебе ехать? В порт, они собирались сесть на корабль. Похоже, что мы от них оторвались. Их больше не видно. Поехали, Мэгги, надо успеть на корабль. Ты меня извини, пожалуйста. Я и надо не умею делить. Мэгги, ты спятила? Я же говорила, что с арифметикой у меня было туго, особенно с делением. Мэгги, убери пистолет, что ты делаешь? Что случилось? Не знаю. Я услышал всплеск. Подбежал, вижу, плавает женское платье. Ну, я и вызвал полицию. О, мамочка моя, в машине, да мертвец. Бедная девушка. Да, выходит, наши сокровища рыбам достались. Идемте отсюда, у меня болит сердце от таких зрелищ. Утопленник какой по счету в этом году? 17-й. Значит, мы поставим на 17, 44, 18. На 18 не ставьте, женщину-утопленницу не нашли. Да поставим на 2 цифры. Правильно. Боже, Пресвятая Мадонна, какой стыд, какой стыд. Негодяй. Вероотступник, как ты осмелился обокрасть святого Януария? О, какое несчастье! Опозорил меня на весь Неаполь, негодяй! Вы будете наказаны, все, чтобы вас чума взяла, паралич разбил, понос прошиб, жарится вам всем на сковородке на вечном огне в аду! Я получил разрешение от святого Януария и дона Винченцо. Нет, вы подумайте, вырастил его, будто родного сына, и чепатил. Не хочу тебя больше видеть, понятно? Не хочу тебя видеть! Потому что ты не настоящий неаполитанец. Твоя мать была австрийкой, к тому же шлюхой. Моя тоже. Твоя мать была австрийкой? Это скукой.
Да чтобы у вас у всех руки отсохли. Не ругайтесь, пожалуйста. Это я ругаюсь. Нет, это святой Нуарий вас проклинает. Чтобы вам заболеть пляской святого вида. Чтобы вы всю жизнь писали, 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 писали. Чтобы вам пожелтеть от желтухи. Чтобы у вас языки отвалились. Ну, мама, хватит, это уж слишком. Надоело. Если святой Януарий не разразил тебя на месте, так это потому, что мы с ним немного родственники. Три человека погибло, двоих посадили. Нет, святой Януарий не прощает. Не прощает святой Януарий. И правильно делает. К сожалению, я должен идти. Барон, тебе что, плохо? Нет, у меня свидание. Привет, Дуду. К счастью, я в этом деле не участвовал. Но на всякий случай пойду домой и лягу в постель. Кроме всего прочего, найденный труп американского гражданина, утонувшего в районе порта, дает основание утверждать, что налет был совершен бандой преступников из западного полушария. А чем он болтает? Кончитина! Ты что, рехнулась? Когда ты возвращаешься домой? Где ты провела ночь? Мне вполне достаточно того, что натворил этот бесстыжий Дуду, а тут еще одна является. Ты кончишь, как и твой отец, этот рехнувшийся старик, который умер в сумасшедшем доме. Я тебя живо выставлю! Хорошенький подарочек мне прислала моя сестра. Мы передавали последние известия. Тебе не стыдно? Ты что думаешь, я женюсь на девушке, которая проводит ночи неизвестно где? Я ничего плохого не сделала, Дуду. Я всю ночь прождала тебя около виллы. Ты мне запретил. Но когда я увидела сегодня утром, как эта американка собирает свои чемоданы, я подумала, что ты тоже уедешь с ней. Теперь ты наконец успокоилась? Только я люблю тебя, Дуду. Не надо думать о ней. Да кто о ней думал? Поцелуй меня. Ты успокоилась? А, она теперь уехала. А может, нет? Да. А ты видела, куда? Не скажу, а то и ты за ней поедешь. Я? Что ты, опомнись, Кончитина. Сегодня утром она еще хотела, чтобы я поехал вместе с ней. Мы случайно повстречались, и знаешь, что я ей ответил? Знаешь, дорогая Мэгги, мое сердце принадлежит другой. Будь здорова, милая. Садись на поезд и поезжай в Америку. Садись на поезд? На поезд, на пароход. Но она поехала в аэропорт. Зачем? Чтобы полететь на самолете, Кончитина! Шаши, звони в аэропорт. Зачем это? Справься о самолете. Кончитина, ты меня любишь? Ты мой единственный. Разыщи Томазо, костюмера из театра Сан-Фердинандо. Скажи ему, чтобы он прислал в аэропорт Капотекино шикарную машину с номером Ватикана. С шофером в мундире и с важным человеком с приличной рожей. Ну, вроде кардинальской. Я поняла, машину с приличной рожей к театру Сан-Фердинандо. Нет, Капотекино, Кончитина, это вопрос жизни. Поцелуй меня, Дуду. Нет времени, беги. Не говори маме о Сунте. Хорошо. Опоздали, самолет улетает через 15 минут. Позвоним Дон Винченцо. Как это? Ведь самолет американский, кто его может задержать? А ты уверен? Ты можешь это быстро уточнить? Постарайся. Я попытаюсь, не убежден, дело довольно трудное. Постараюсь, Дон Винченцо. Минут на 20. А большего не могу вам обещать. Внимание, внимание. Пассажиров, вылетающих рейсом 114 на Нью-Йорк, просят посадку самолет с вылетом. Повторяю. Пассажиров, летающих... Здесь не проедешь! Что случилось? Бензин не поступает. Пепино! Пепино! Что? Сильный встречный ветер? Странно. 10 минут назад нам дали отличную сводку. Хорошо, хорошо, я уточню. Времени в обрез осталось.
10 минут вылетаем. Хорошо, командир. Господа, не волнуйтесь, это всего лишь небольшая непредвиденная задержка. Самолет вылетит через несколько минут. Барбарская страна. Да. Внимание, внимание. Пассажиров, вылетающих рейсом 114 на Нью-Йорк, просят пройти на посадку через выход номер 8. Слава святому Януарию! Приехали. Где посадка на Нью-Йорк? Сейчас улетает выход номер 8. Спасибо. Что вам надо? Извините. Ваш билет. Она! Она! Проходите. Пожалуйста. Ты не узнал, это она! Чемоданы! Ну вот они! Нашел чемоданы! Да! Вот они! Они были белые! Ошибся! Там темно! Черт, как пройти на посадку? Пиджак. Подержи пиджак. Перестаньте, ребят, всегда одни и те же шутки. Кто взял мою фуражку? Сейчас узнаем, у кого ты украл этот пиджак. Пропустите его, он со мной. Пройдем к коменданту, там разберемся. Их нет! Стой! Эй, подожди, чемоданы открылись! И все вылетело оттуда! Иди подбери! Мы должны ее взять. Она уже поднимается в самолет. Отцепите коляски. Быстрее, она уже садится. Эта пыхтелка едва двигается. Возьми эту сумку. Ага. И не бери. Помогите! Здесь ничего нет. Пусти меня, Дуду. Пусти. Договорились по-хорошему. Отпусти меня. Нет, вы не можете их отнять у меня. Они мои.
Негодяй, на тебе! На тебе! На! Они не собираются ему что-то отнять. На помощь! Ах, бедная, бедная, бедная! Нет там! Да спасибо, будь здорова, Мэгги! Доберите ее! Она сошла с ума! Я поеду за врачом! Я сдержал свое слово, они останутся в Неаполе. Как тигрица. Озверела. А вот и машина. Шаши, быстрей! Бегом! Нет! Не пойду. Он меня проклянет, святой Януарий! Ну вот, еще один сумасшедший! Не пойду, не пойду, не хочет! Только потише, не торопись. Как зовут тебя? Алоизио. Алои, дай мне сигарету. Так, так, сейчас будет полицейский пост. Поезжай спокойно, не торопись. А ты улыбайся и благословляй. Молчи и благословляй, понял? Ты знаешь, кто это? Архиепископ Алоизио. Да. Угу. Проехали пост? Да. Выйдешь за город и гони сейчас же на автостраду. Сегодня уже будем в Швейцарии, обменяем все это на валюту и вернемся завтра в Неаполь. И, пожалуй, лучше задернуть занавески. Так спокойнее. Закрой, Алои. Мне кажется, ты нацепил не все, что ему полагается. Не очень наряден. Все, как полагается. А? Я ждал важного кардинала. У тебя такая физиономия. Тебя где откопали? У кардинала во дворце. Прибежала женщина по имени мама Асунта и рассказала, какому риску ты подвергался, спасая наше сокровище. Благодарю тебя, сын мой. Ваше Преосвященство, смотрите, какой он хороший! Святой отец, они действительно принадлежат всему Неаполю. Да, сын мой, это действительно так. Святой Януарий, это твое ожерелье, возьми его, Святой Януарий!